наверное, да, в вашем распоряжении. Пожалуйста. Мы хотим сначала впечатление, да, этих книг, которые уже проходили. Что вы скажете, какие итоги сейчас есть? Ну, опять же, я исхожу из того, что главный человек – это экономический блок, который представляет Ирина Валерьевна. Тем более, она первый раз в Армении. Я впечатлениями уже могу делиться за десятилетия нашей совместной работы. Арина Валерьевна пусть вот скажет вам о своих, а потом я дополню. Мы приехали вместе с бизнесом, привезли крымский бизнес сюда. Все, многие были в первый раз, у всех самые лучшие впечатления от Армении, очень всем понравилось. Мы презентовали наш потенциал Крыма, его туристический потенциал, инвестиционный, экономический. Крым является стабильно развивающимся регионом Российской Федерации. Мы за последние 7 лет, валовый региональный продукт у нас вырос в 2,7 раза. Это колоссально. Собственные доходы выросли в 3,4 раза. Также мы являемся лидерами по уровню инвестиций. Только за 2020 год проинвестировано 220 миллиардов рублей в Республику Крым. То есть за период с 2014 года объем инвестиций превысил сумму 1 триллион. То есть это колоссальные деньги, Крым развивается. Но знаете, мне, я вам могу говорить о любой сфере и рассказывать о любой сфере. Будь то образование, здравоохранение, социальная сфера, сельское хозяйство, туризм, промышленность, строительство. У нас везде колоссальный рост. К примеру, приведу несколько цифр по образованию. Если с 1991 по 2014 год была построена одна школа в Крыму и одна капитальный ремонт проведен, то только за 2020 год у нас 36 детских садиков запущено новых и 4 школы за один год. А почему я назвала с периода с 1991 по 2014 и говорила только о школах? Потому что садиков не строили вообще. Были колоссальнейшие очереди в детские сады, попасть в детский сад было невозможно. Сейчас уже за 4 месяца мы ввели в эксплуатацию 5 садиков, уже в 2021 году. И так каждый год. У нас практически уже ликвидированы очереди по основным муниципалитетам, еще остались очереди в двух городах, Симферополь и Ялта, ну, потому что там очереди были самые большие, и несмотря на большой темп строительства детских садов, мы к концу 2022 года закроем все вопросы с очередями в детские сады. У нас построены современнейшие больницы, многопрофильные больницы, в которых производятся операции и на сердце, и на головном мозге. То, чего не было никогда в Крыму, сейчас все это реализовано на новейшем оборудовании, современнейшем, которое поставлено было в прошлом году. Поэтому хотелось еще несколько слов сказать о строительстве. Не могу, потому что не сказать. У нас темпы роста жилищного строительства превысили более чем в 8 раз показатели, если брать там 2012-2013 года. За прошлый год введено в эксплуатацию 780 тысяч квадратных метров жилья именно, жилищного строительства. Восстанавливаются дороги. Все, наверное, вы слышали, что у нас построена трасса Таврида, современная, замечательная. Но помимо этого у нас восстанавливаются и муниципальные дороги, и межрегиональные дороги. То есть Крым – это территория такого огромного строительства, и все то, что не было вложено в течение колоссальнейшего времени, да, сейчас за вот эти последние 7 лет интенсивными темпами Крым развивается. И мы, когда видим годовые цифры отчетности, когда мы видим, как у нас выросла промышленность, как у нас выросло сельское хозяйство, то мы понимаем, что мы развиваемся абсолютно правильно, и курс развития социально-экономического республики выбран правильный. И направлен он на привлечение, конечно, инвестиций к нам, на создание новых рабочих мест за счет создания новых производств. Сейчас мы уже говорим о создании новых промышленных парков, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 и в 2024 году. Это тоже будет важно, потому что это будут новые точки притяжения. Государство строит на площадке, подводит все сети, а инвестор заходит и размещает только свое оборудование и свое производство. То есть это тоже будет способствовать развитию. И, безусловно, мы сейчас говорим об экологии, о развитии электротранспорта и кластера отдельного, связанного с развитием электротранспорта. У нас есть промышленное предприятие «Эльтавр», которое является производителем электропродукции. И они же, локализация у них составляет 92% из российского оборудования, но хотят довести до 100%. У них такая цель стоит, чтобы полностью все было российское при создании электромобилей.
И мы уже видим, что наши электромобили есть не только в Крыму, но и можно поехать на Кавказские минеральные воды и увидеть и в Железноводске, и в Кисловодске наши электромобили, которые возят отдыхать гостей. Я думаю, что Армении это тоже интересно. И там, где в Армении есть желание сохранить экологию, да, то тоже запустить электротранспорт для туристов, это будет, наверное, тоже правильно. Мы вчера проводили большую встречу с торгпредством, которые нам подсказали и дали некоторые направления работы, по которым мы будем сейчас налаживать сотрудничество. Еще один вопрос насчет туризма. Как вы знаете, черные списки есть, да, в Украине, в Азербайджане, те, кто идут в Арцах, находятся в черном списке Азербайджана, те, кто идут в Крым, находятся в черном списке Украины. Как это все влияет на туризм? Ну, на сегодняшний день ограничений каких-то для въезда в Республику Крым, в частности, вот, с целью туризма, их не существует. И поверьте мне, по крайней мере, в Крыму нет никаких черных списков, на которые бы кто-то бы ориентировался. Да, действительно существуют ограничения, которые связаны с выездом, скажем, крымчан на территорию Украины. Незаконные ограничения. Да. Вот. Но въезд в Крым, тем более с целью туризма, он, собственно, остается свободным и доступным для всех. И в прошлом году вот, мы приняли чуть больше 6 миллионов туристов. В этом году мы тоже, в общем-то, с большим оптимизмом смотрим в предстоящий курортный сезон, поскольку глубина бронирования на сегодняшний день достаточно высока, и процентов, наверное, 75-80 уже трехзвездочных, четырехзвездочных и пятизвездочных отелей уже на сегодняшний день пробронированы до августа, до сентября месяца. У нас в Крыму осуществляет деятельность порядка 62 туроператоров, около 1400 экскурсоводов и гидов-переводчиков предоставляют свои услуги. 6 заповедников, которые тоже используются в наших туристических программах. По территории этих заповедников существуют и те маршруты, которые были у нас ранее, и новые, которые разработаны уже вот в российский период. Более 170, порядка уже где-то к 200 приближается у нас особо охраняемых природных территорий в Крыму, которые тоже ранее не развивались, когда мы были в Украине, и использовались достаточно сумбурно, неэффективно, я бы сказал, даже как-то по-варварски. На сегодняшний день это наиболее известные природные наши объекты, это различные бухты, различные заливы, различные территории степного Крыма, которые тоже, в общем-то, которым был придан статус особо охраняемых природных территорий, и сегодня это объекты туристические, которые, в общем-то, представляют достаточно большой интерес. Мы продолжаем все-таки позиционировать Крым с точки зрения бывшей всесоюзной здравницы. Вы знаете, во времена Советского Союза Крым был всесоюзной здравницей. Сегодня это всероссийская здравница. И у нас в Крыму 1092 объекта, это в целом объекты размещения санаторно-курортного комплекса, гостиницы, пансионаты, турбазы, кемпинги. И вот из этого количества 91 санаторий, которые на сегодняшний день кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но достаточно большой динамикой прошли реконструкцию и продолжают предоставлять услуги. Мы стремимся к тому, чтобы эти объекты, ну, собственно, все объекты, находящиеся в Крыму, работали круглогодично, поскольку, ну, это понятно, и рабочие места, и заработные платы, и все социальные вопросы. И поэтому работаем очень интенсивно над тем, чтобы наши санаторно-курортные учреждения получали загрузку, участвовали в различных программах фондов социального страхования российских и таким образом, в общем-то, обеспечивали себе заполняемость, ну и, собственно, выполняли свое прямое предназначение, это оздоравливали и в какой-то степени, в общем-то, способствовали здоровью нации и лечению тех людей, которые, россиян, которые приезжают на Крым. Я могу долго рассказывать про природные лечебные ресурсы, но, наверное, не можно. К существу вопроса хотел бы вернуться. Вы говорите о незаконных ограничениях. Важный очень вопрос. Потому что в Крыму самые, так сказать, массовые туристы, которые есть из-за рубежей России, кроме России, это украинцы. У нас за эти годы почти 7 миллионов украинцев отдохнуло. 7 миллионов.
Чуть ли не все население Украины к нам ездит отдыхать. Никаких ограничений нет. Это по прошлому году почти 1,5 миллиона, 1,4 миллиона там с чем-то тысяч украинцев не позапрошлому. Прошлый вообще был нехарактерный. Вы назвали цифру 6 миллионов. Прошлый год пандемия, представляете, и 6 миллионов. А позапрошлый год 7,5 миллиона. Мы начали работать в прошлом году только с июля месяца. Вот, поэтому не характерно говорить о прошлом годе. Но я подчеркиваю, у нас ограничений нет. Украинцы с радостью к нам приезжают. И, между прочим, никто их никогда не обижает, не говорит каких-то неприятных слов. Попробуйте русскому приехать сегодня в Киев на Украину, так там начинают сыпаться разного рода оскорбления и так далее. У нас совсем другая атмосфера. А Европа, значит, ограничила крымчан в выдаче виз, нарушив свои собственные, записанные во всех конвенциях, постановление, положение о свободе передвижения, чего она всегда добивалась и говорила, вот смотрите, вот как должно быть. И сами первые себе отрезали все части тела, которые, так сказать, им мешали, очевидно. И это все идет в зависимости от политического взгляда на вещи. Нужно создавать вот эту самую взрывоопасную атмосферу. Придумываются разные платформы по деоккупации Крыма. Вопрос задаем. Деоккупации от кого? От людей, которые там живут? То есть они оккупировали свою территорию и веками там живут. Надо это, значит, деоккупировать их. Да? Как говорили эти самые нацики украинские, Крым либо украинский, либо безлюдный. Да? Безлюдный, понимаете? Вот идеология. Верните нам Крым. Крым – это не территория. Крым – это люди. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы вот это ощущение было. И Арцах – это люди. Понимаете? Это не борьба за территорию. Поэтому мы говорим о праве народа на самоопределение. Как это соотносится с принципом уважения территориальной целостности государства, МГУ. Вчера большая дискуссия в филиале МГУ в Ереване была. Это продолжение тех дискуссий, которые у нас на ялтинских конференциях происходят. Потому что мы сейчас две точки, не только начало цивилизации, но, извините, и самого большого возбуждения и возмущения тем, что происходит вокруг прав человека и прав национальных меньшинств, понимаете. Но я хочу сказать, что одна из теснейших веточек, линий, связи армянского народа и народа Крыма – это город Феодосия, дарованная Богом, так переводится с греческого языка. Родина и, собственно, место погребения Ивана Константиновича Айвазовского или Иоаннеса Айвазяна. Хотя Айвазяном он себя, вот я читал, он не называл. Он Иоаннесом себя называл всегда, а Айвазяном не называл, Айвазовским, но неважно. Это уже, так сказать, изыскание. Феодосия. У нас мэр Феодосии, замечательный человек присутствует рядом со мной, Анжела Владимировна. Мы в этом году отмечаем 150-летие нашему великому Спендарьяну. Интересно, какие-то мероприятия будут и у вас, и нет? Безусловно, Александр Афанасьевич Спендиаров, замечательный композитор, великий музыкант. И предполагается ряд мероприятий, которые будут проводиться в Крыму. Вы знаете, что и в городе Ялта музыкальная школа носит его имя. И, конечно, наши музыканты, интеллигенция Крыма, безусловно, будет проводить мероприятия. Это будут выставки, концерты, конечно, творческие встречи, мастер-классы. И буквально вчера мы встретились также с интеллигенцией Ереванской молодой оперы, артистами, и также с руководителем проговорили ряд мероприятий, которые мы уже запланировали на перспективу, потому что мы знаем, что 1 ноября именно будет юбилейная дата, и, конечно, к этому мероприятию мы готовимся, и
Вот действительно, вот намеченная уже программа есть, конечно. Сегодня мы еще готовимся к этому мероприятию. Да, сегодня важное мероприятие. Посещаем дом-музей Спендиарова. Это обязательно. Мечтаем перед самолетом успеть в дом-музей Спендиарова. Очень было мне вчера приятно также встретиться. Хотела бы, вот раз мы говорим о культуре, да, я хотела бы сказать, что очень вчера было мне приятно встретиться с учеником Феодосийской детской музыкальной школы номер 1. Он учился у меня по классу теории музыки, сольфеджио, вы знаете. И на сегодняшний день он заслуженный артист Армении, работает в вашем Ереванском театре оперы. Поэтому встретились, пообщались. И очень приятно то, что такой замечательный человек, который обучался у нас в городе. Вот видите, какая тесная и тонкая связь. Вот на уровне каких-то необыкновенных и ощущений, и возможностей, и реальных действий. И вот такой замечательный человек, музыкант, работает у вас. И, конечно, наша Феодосия гордится именем замечательного нашего земляка Ивана Константиновича Айвазовского, который действительно очень любил себя называть Иваном Константиновичем Айвазовским. И я хочу сказать, что наш Крым, в частности, я представляю Феодосию, действительно, в российском Крыму развивается семимильными шагами. На сегодняшний день 4 миллиарда рублей мы заложили на выполнение работ по ремонту картинной галереи Айвазовского. 4 миллиарда рублей. Это баснословные, конечно, это огромные деньги. Но это будут выполнены важные и очень своевременные работы. Потому что до этого времени много накопилось проблем. И вот сейчас мы их решаем, но решаем очень профессионально. Поэтому к данным работам только именно профессиональные приглашены подрядчики. Так что картину галерею мы приведем в порядок, сделаем достойные, выполним достойные работы. Нашу жемчужину, которой мы действительно все гордимся, это мировая гордость. Наш город, конечно, счастлив, потому что и на нашей территории находятся и такие храмы, как Сурб-Саркиза, и Сурб-Георга, да, и мы гордимся тем, что улицы названы великими именами великих сыновей Армении, фонтаны, другие постройки у нас находятся. И, конечно, мы гордимся то, что одна из основных улиц проспекта Айвазовского имя носит нашего великого Ивана Константиновича Айвазовского. Да, могила была приведена в порядок. Могила проведена, да. На территории, да. На территории как раз храма находится могила. Где он крестился, где венчался. Венчался, и где происходит сейчас у нас и молебны проводятся. Ее еще надо в порядок приводить. Ну, работы намечены, работы намечены. Рядом супруга покоится, да. Мы вчера такой же прекрасный... Святые места для армян. Да, выполнили миссию, возложили цветы и, конечно, тоже побывали вчера у подножия памятников, возложили цветы. Если не ошибаюсь, в прошлом году какой-то инцидент был, да, насчет армянской церкви. Что Я хочу сказать, что, да, был такой нашумевший вопрос, как бы неприятный. Но своевременно и общественники, и армянская община подняли этот вопрос, и подключились и городские власти, и городской совет, депутаты Феодосийского городского совета своевременно остановили строительство. Сейчас этот вопрос у нас в судах находится на контроле. Так что вопрос не закрыт, мы работаем в этом направлении. И вопрос к вам, Юрий Константинович, вы уже знаете. Есть какой-нибудь вероятность войны? Вероятность войны есть всегда. И вы это на протяжении истории хорошо знаете. Вопрос, какой войны? Будет ли она последней войной, когда будет какой-то новый биологический вид на Земле развиваться? Или все-таки мы сможем удержать ситуацию, если говорить, так сказать, оптимистично, то если у нас разума хватает, как у вида людского, да, человеческого, то тогда мы, безусловно, должны удержать ситуацию и прекратить враждебное такое конфронтационное отношение, которое складывается к России. У нас очень четкое убеждение в том, что есть политические силы в мире, которые заинтересованы в том, чтобы Россия не существовала
как единое, целостное, великое, сильное государство, противостоящее агрессивности и проведению такой глобалистской политики. У нас свой суверенитет и у нас своя цивилизационная семья. Мы ее защищаем и охраняем на протяжении веков. Чтобы это право отстоять, да, придется сталкиваться с большими трудностями. Но вы хотели насчет национальной политики. Девушка, хоть один вопрос дайте. Вы столько, извините, вопросов, пожалуйста. Можно коротко? Если у вас статистика эмигрантов, сколько эмигрантов, я особенно армянки? Где? В Крыму? Мы в Крыму можем точно сказать, что у нас армянская община около 30 тысяч человек, а население у нас сейчас растет, да, то есть у нас растет как за счет прироста рождаемости, у нас год от года растет рождаемость, так и за счет приезда к нам из других субъектов Российской Федерации. Ну, мигрантов мы, конечно, не знаем сколько. Я не считаю армян в Крыму мигрантами вообще-то, потому что это один из коренных народов, который веками существовал. Да, это значительная община, которая подверглась незаконным репрессиям при сталинском режиме, но все это восстановлено. Есть решение о выделении очень значительных средств по восстановлению прав репрессированных при Сталине народа. В общем, эта практика была осуждена еще при Советском Союзе в 80-е годы, в конце 80-х годов. Но сейчас это все уже выровнено, и, как говорится. То же самое касается крымско-татарского народа. Потому что право на язык свой собственный, как государственный в Крыму, татары добивались десятилетиями, не смогли добиться при Украине. Как только Крым вернулся в Российскую Федерацию, сразу это право было предоставлено и русскому, и крымско-татарскому, и украинскому народам, три государственных языка. Я все-таки задам мой вопрос. Да, Юрий Константинович, обязательно. Интересно, как сейчас, да, чувствуют и ориентируются татары, когда из-за Турции, да, такие риторика есть, что Крым это Турция и все такое. Как они чувствуют и что говорят? Георгий Львович частично ответил на этот вопрос. После возвращения Крыма в состав Российской Федерации президентом России был подписан указ о реабилитации. То есть это была больная тема для крымских татар в том числе, как и для армян, болгар, греков, немцев, итальянцев. Был подписан указ о реабилитации. Это был, наверное, это было для всех неожиданно, потому что только вернулись в состав России, и тут же в апреле был подписан этот указ. И мало того, на основании этого указа была принята федеральная целевая программа, которая наполнена деньгами более 10 миллиардов рублей, которые на удовлетворение реабилитационных интересов, и, конечно, прежде всего, я хочу сказать, крымских татар, это строятся детские сады, школы, жилой фонд, коммуникации и так далее, и так далее. Это первое. И второе. Сегодня межнациональная обстановка в Республике Крым, она достаточно стабильная. Сегодня законодательная власть Республики Крым и исполнительная власть придают особое значение реализации федеральной целевой программы, значит, удовлетворение культурологических потребностей. В 2014 году в распоряжении главы республики был создан Дом дружбы народов, который сегодня является основным партнером в реализации культурологических потребностей вот всех национальных групп в Республике Крым. И, конечно, особое внимание уделяется в том числе и крымским татарам, армянам, болгарам, грекам, немцам. Я вам хочу сказать, что сегодня вот то, что Георгий Львович сказал, значит, по поводу языковой политики. У нас сегодня действительно три государственных языка, это безусловно русский, это украинский и крымско-татарский. У нас работают крымско-татарские школы на крымско-татарском языке. Там, где нет такой потребности, есть в школах классы с изучением на крымско-татарском языке. Поэтому я могу со всей ответственностью заявить, что на сегодняшний день нужды крымских татар удовлетворяются в полном объеме. И хочу сказать, что крымские татары представлены практически во всех структурах власти, как исполнительной, так и законодательной. Я отвечу на ваш вопрос насчет того, что вот в Турции кто-то говорит, что Турция, там, крымские татары, Крым, это их. В России тоже немало таких сил общественных, разных, которые говорят о том, что надо восстановить Византийскую империю во главе с Третьим Римом,
Москва называется, ну и что? На это должны внимание обращать. Мало ли кто что говорит. Есть государство, есть их четкая позиция, есть понимание твердое, что Крым – это неотъемлемая часть России. А с Османской империей, с Турцией у нас все вопросы были решены еще в 18 веке, в тех соглашениях, которые были подписаны в то время еще. И больше их никто не пересматривал. С Крымом тогда уже все было ясно, а уж сейчас тем более.